Добрый день. Проведем эксперимент, в котором я покажу, как магнитное поле имеет постоянных магнитов, имеет возможность подпитывать энергию из внешней среды, то есть получать дополнительную энергию. Вот имеются стальные шарики, 12 шариков. Они абсолютно не магнитные. То есть они не взаимодействуют друг с другом. Постоянные магниты. И также постоянные магниты. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11. Они, проворачиваясь, приобретают поле. Наибольший энергетический напряжение. 11. Итак, 10 шариков держится. Теперь этот полюс на притяжение. Эта цепочка магнитная приобретает свойства, по которой идет магнитное поле. Ну, в общем-то, токи идут. Оно приобретает свойства магнитов. В этой магнитной цепочке имеется точка Блоха. Сейчас я покажу ее. Это будет приблизительно пятый шарик. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, скорее всего, так. Так я подношу на притяжение полюс. Отрывается шарик. Очень чувствительно на расстоянии. Теперь чувствительность уменьшается. Шестой шарик. Но вот шестой шарик ведет себя как стенка Блоха. И как мы видим, теперь идет отталкивание. То есть в этой цепочке имеются два полюса. И только дотронувшись, он поменяет полярность. Только при контакте. А на этом расстоянии и этого недостаточно. Таким образом, магнитное поле, расширяясь, как бы сужается и приобретает другую полярность в этой цепочке. А теперь добавим в эту систему энергию магнитного взаимодействия таким образом, что эта дополнительная энергия из этих магнитов останется в этой цепочке. Вот десятый шарик. Одиннадцатый.
я подношу магнит на притяжение. То есть в магнитном поле, двух магнитом встречного магнитного поля соберу эту цепочку.